Приветствую, дорогие друзья! С вами Кайстример, и мы продолжаем наше изучение бета-версии обновы 1.0. Итак, на стриме мы прошли за всех новых персонажей. За ученика, за криптида, за рыбака, голема, короля и отступника. И тем самым разблокировали все новые предметы. Те, кто пропустил стрим, доступна запись на канале. Переходите на канал, подписывайтесь. На канале есть раздел «Трансляция». Там вы найдете 5-часовой ролик. Не пугайтесь, я разбил тайм-кодами, и вы спокойно можете найти прохождение за каждого отдельного персонажа. Итак, пройдя за короля, мы разблокировали Экскалибур. И, на мой взгляд, это самое мощное оружие. Я, конечно, могу ошибаться, но какие рассуждения? В общем, неплохой стартовый урон, неплохая скорость атаки, но главная фишка – как скейлиться. Скейлиться 200% от хпшки. Это просто дофига. По моим прикидкам, довольно удачному демону на 50-й волне удастся раскачать хпшку настолько, что Экскалибур будет выбивать, ну, где-то так 50 тысяч урона. Кто знает, может быть, это не так круто для оружия ближнего боя, но определенно стоит того, чтобы попробовать. Давайте сыграем за демона и постараемся найти Экскалибур. Это редкое оружие, оно редко выпадает, но надеюсь, нам повезет найти много кроликов, и мы его вытащим. В принципе, меня устраивает вариант иметь много картофелеметов и пару мечей. То есть, когда нас совсем прессуют, мы работаем мечом. А так работаем картофелеметами. Вот давай сразу второго уровня. Не тяни кота за хвост. Или кота вообще дай. Летучую мышь можно дать. Нам нужен будет вампиризм или что-то. Сейчас нужно найти деревья, кроликов. Много чего надо найти. Желательно еще свинью-копилку. Ну тут все взаимосвязано. Найдешь одно, это поможет найти другое. Деревья это хорошо, сломанная челюсть тоже неплохо. Вот мне нравится, за 3 купил, и еще бонус получаешь. Ну, один лимонад, наверное, все-таки стоит взять. Неплохо, неплохо. 5 челюстей, это, конечно, аномально много. В общем-то, можно даже сказать, повезло. Надеюсь, будет так же вести в дальнейшем.
А расходничек хотя бы один выпадет с такой удачей-то. Да, собрать ничего не дали. Ценник подрос. Хреново, не люблю, когда ценник растет. Пока не готов брать вежливого пришельца, сыкотно. Чего уж тут греха таить. В следующий раз возьмем. КПшка слишком маленькая, у меня все-таки практики давно не было игры за демона. Спокойно могу накосячить. Ну, броня-то у него отрицательная, получает он урона до хера. Смерть с одного касания мне как-то вообще не очень нравится. И ладно, еще там от какой-нибудь супер бешеной собаки. Вообще от любого шарика можно сдохнуть. Не, это не подходит мне. Давайте все-таки хоть какую-то хпшку держать. 15 к удаче. Давайте возьмем. Вот это хорошая вещь. И вот по ценнику какая лучше, чем дерьмо собирать. Кофейку. Отлично. А можно еще кофейку? Сбацать мне. Давайте эту штуку возьмем. Так, а сколько у нас удача? 45. А где коробки? Ну неплохо он расстреливает это. Неплохо. ХП, давайте возьмем. Приманка. Стрёмно. Вот на этой волне прям это стрёмно делать. На седьмой. Кстати, неприятно, у нас орда. 12-я волна. Без банданы, конечно, очень тяжко. Не, за два не готов. И так стоит. Ну давайте возьмем. На вырост. Ну, в следующий раз. После вот этой волны. Сейчас просто комфортно пройдем. Тут если даже яички кто-то вылупится... Просто здесь настолько рандом большой. Я... Ну, смотри, он поставил. Три яйца поставил. Прикинь. То есть, пока я там двумя занимался, он взял третий поставил. Ну, хитрожопый. Видел, только я ушел, сразу поставил яйцо. Инопланетяне-то какие подлые. Кролик. Отлично. Очень рад. 6 хп, тоже неплохо. 12 урона. Берем. Берем, берем. Берем.
дальность просяет. Не стоит того. Вот эта штука стоит. Ну, нужна бандана. Штука хорошая. Здесь хпшка плюс один. Не стоит того. Еще урон, ну давай. Свинья копилка. Да, то, что, конечно, банданы нет, это очень хреново. А так-то неплохо. Все остальное, это очень даже неплохо. А сколько у меня скорость атаки? 20. Мало, конечно. Тут надо где-то 7 чашек кофе. Чтобы чувствовать себя более-менее комфортно. И урон еще должен быть при этом не такой плохой. А мне и урон фиговый. ХПшка маленькая, броня отрицательная. Но при этом персонаж-то довольно сильный. Но потенциал. Все скрыто в потенциале. Потанцевали. Охереть, сколько не собрали. Давайте кофейку. Так, здесь можно перекусить. Все, буду знать. Видишь, банданы нет, из-за этого куча проблем. Но это никак не лечится. Только брать оружие ближнего боя. Не очень хотелось бы. Ну, тут мудохание, конечно, будет. Блять, он все решил сожрать. Подлец. Что у тебя такой аппетит-то странный? Ничего не трогай. Это на Новый год. И именно собачка-то вот эта мощная. 16, который кусает. Охренеть просто. Не добрали. До хрена не добрали. Дай бандану. Меня вынудит взять какой-нибудь топор, блин. Ну как можно, блин, играть? Блять, одно говно предлагает, сука просто. Так все хорошо начиналось. Ну, посмотри, даже вот на 10-й волне уже какие проблемы. А что у меня там, какие-то мышки или еще что-то? Толком ни хера нет. Просто
Жуткий недобор. Давайте так возьмем. Как бы урон-то мощный, только как с ордой справиться? Ты не справишься таким уроном. Это такая толпень. Ну, то есть он даже с этими сейчас, скорее всего, они сейчас набегут, не сможет справиться. Ну, чуть урона не хватает все-таки для забронированных. Не добираем. Очень жестко не добираем. Дайте броню. Скорость уклонения. Ну, такое себе. Призрачный топор взять. Хоть какое-то спасение уже приходится искать. Охереть просто. Буду топориком вот отбиваться. Зашибись, зашибись. Ну че это, блин, такое? Как мы до такого вообще опустились? Что это вообще? Ужас просто. Рикошет. Хоть что-то. Так, шлем воина. Нужен мне шлем воина? Нет, шлем воина мне не нужен. Удача проседает. Говорит, да возьми сразу картофель и мед тогда. Не парься.
подойдут, огрею их топором. Не оставляют мне выбора. Мне казалось, я так легко проходил за демона. Может, какие-то удачные расклады прям были совсем. Сейчас понимаю, что ни хера ты не пройдешь. Вот тут не пройдешь, здесь. Ну или, по крайней мере, ни хрена не заработает. А это практически то же самое, что и не пройти. Странная книга. Вот и оставь ее себе. Дебил. Так надо говорить. Ни хрена себе. Ну так уж и быть. Помолчу немножко. Тряпочку. Вперед, волна 14. Так, погоди, погоди. Вроде 4 купона у меня есть тоже. Вроде так нормально должно быть. Может, все-таки раскочегариться. Мочи, мочи, мочи их. Топориком пропиши тогда. Как Федор Михайлович учил. В лучших традициях. У меня вампиризм 26. Охренеть просто. Да не нужен мне уже больше этот топор. А зачем я его залог вот тогда? Все вот так вот играем. Ну так сдохнуть можно. 38 хп. Кто здесь? Блять, этот не очень двигается быстро. Ну правда, у меня скорость-то тоже не херовящая. Сейчас тебе рикошетом, блять, прилетит. Уродец маленький. Или большой этот какой-то урод. По всей видимости, большой. Ну все, сейчас вампиризм уже работает, все. Вылезли, так скажем, из задницы. Все, можно увеличивать количество противников, брать всю шляпу. И наслаждаться. К
Корона, ну так уж и быть, давай возьмем. Диплом. Нужен мне диплом? 20 бонусный опыт или сотка? Наверное, диплом можно взять. Удачу, удачу надо срочно вытягивать из того плачевного состояния, в котором находится удача наша. Три кролика, есть пояс, есть три колечка. Ну что значит правильно поныть? А мне пишут, что ты ноешься? Вот, наныл. Отстой какой-то. Как же мне бесит платить 50 за рерол. Просто по-хорошему дать было бы в морду этому торгашу. Ну все, жизнь налаживается. Просто вот всего этого геморроя, через который мне пришлось пройти на 9-й волне, его могло и не быть. И при том этот геморрой мог печально очень закончиться. Короче, все оправдано было. В плане на 9. По-моему, 5 купонов у меня. Не хочу удачу гробить. Минус 5 от урона всего. Конечно, надо взять. Дайте удачу брать. Мне нужна удача. Тут теперь минус 4 от скорости атаки. Какая хорошая вещь. Так, все, я готов. Кто там? Ой, какой слабак. Почему противников так мало? Куда они все делись. Коробочки какие-то там. Картошечка. Ладно. Мамонт берем, мамонт. Берем. Не берем. Берем. Берем удачу. Скорость атаки не дай что-нибудь другое. Дай удачу.
Давай. Кофейку можно. Даже нужно. Не думаю, хорошая вещь. Можно взять. А вот и первая легендарная штука. Коса. Вы получаете 3 урона каждую секунду. Но также получаете 3% к урону. За каждое получение урона. Ну, может быть, наличие этой косы увеличит шанс, что нам дадут... Но я надеюсь, что мы найдем что-то более интересное. Блин, я подумал, меч. А это не тот меч, который мне нужен. Блять, ну сколько можно херню какую-то предлагаешь? Мудак просто. Удачи, 185. Монетка нужна, срочно. Срочно монетка. Желудок. Монетка. И что-нибудь криту. Нормально. Три коробки. Пойдет. Не пойдет. Не пойдет. Пойдет. Скорость атаки. Да что-нибудь другое. Урон. Крит. Удача сбор. Ну давайте эту штуку. Так, вот здесь. Крит. Мамонт. Ну хотя, не, наверное, не нужен мне мамонт. Покупать его, что-то дороговато. Хотя сколько это урона-то будет? Не так мало вообще-то. Ну ладно, не буду. Ну ты прикалываешься, что ли? Еще один рикошет. Ну зачем мне еще один рикошет? Тем более такой ценой минус 2. Нет. Картошка. Давай картошку. Да я просто уже скоро избавлюсь от оружия, как бы, которое скейлится от урона в дальнем бою. То есть у меня будут или картофель, или мяты, или что-то другое, но не скипетры. Скипетры надо постепенно избавиться. Ну, картофель, мяты надо брать. Один картофель мят скоро уже возьмем. Не берем. 20-я волна.
Берем. Берем, берем. Ну, наконец-то, наконец-то. Так, куда 413? Сколько деревьев? 6 деревьев. Ну, как раз вот, когда уже все заканчивается. И польза от всего этого минимум. Все, погнали. Что здесь? Простоял 7 секунд, ты подумай. Так, коробки-то какие-то есть. Это приятно. Это берем. Еще один рикошет? Нет, спасибо. Это берем. Это не берем. Не берем. Не берем. Берем. Лимонад. Ну пусть будет. Дальность 60. Непонятно. Непонятно, нужна мне дальность 60. Ну давайте возьмем, я просто много чего беру, что занижает дальность. Только чисто для этого, а так, конечно, не нужна. Но для этого оружия еще окей, а для меча-то нет. Ну ты прикалываешься, заколебал этим мамонтом. Вторая тихоходка. Это первый охотничий трофей. Ну, надеюсь, не последний. Ну, еще здесь дальность. Удача почти 500. О! Чудище какое. Диплом. Чисто за опыт. Давайте возьмем. Пластиковая взрывчатка. Но этот при подборе фрукта, например, неплохо. Кстати, картофель и мясо. Надо брать. Потом будет слишком поздно. К сожалению, горький опыт уже есть.
Сколько у меня геккончиков? Ты их видишь? 4 штуки. Да, но коробок сейчас будет все меньше и меньше. Ну, если удачу раскачать, то за элиту коробки будут. Начиная с 50-й волны, считай, по 5 коробок каждую встречу с элитой. Это вообще неплохо. Берем, не берем, 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 берем. Дайте еще удачу. Давайте пластиковую взрывчатку, пока дешево стоит. Вдруг подбор фрукта спасет меня от чего-то. Ну тут неплохо. Глазки, глазки надо взять. Броня. Урон. Кофе. Ну, мамонта он просто задолбал, конечно. Не, так взял, чтобы базовый урон у меча был. Если нам его, конечно, дадут еще. Сейчас, если дадут легендарку, наверное, придется брать, но косу не хочется брать. Она отнимает от хп и убивает тихоходки. Тут прям очень плохо. Тихоходки трогать нельзя. Ну, удачу прокачал не зря. Коробки выпадают. Пшеничка. Карманная фабрика. Появляются турельки. Не хочу. Я боюсь, вдруг не выпадут из-за этого коробки. Хотя, конечно, обоснование такое. Блин, да ты заколебал уже. Скорость и шанс на крит. Броня. Давайте возьмем. Волчий шлем. Блин, как дорого. Ну ладно, давайте возьмем. На удачу 673.
Неплохо коробки выпали. Вот всегда так выпадаете. Все делают для удачи. Огромные расходы. Все ради коробок. Жалко, в коробках не может быть оружия. Вполне можно было бы что-то придумать. Чё-то ты больно быстро мне решил заменить все. Ну, наверное, сейчас-то я уже не особо качаю хпшку через эту. Хпшку, конечно, я теряю, то что довольно рано отказался. Но риски не собрать картофелеметы, они слишком высокие. Не готов такие риски брать. Бабки, бабки давай. А может, надо было дачу взять? Ладно, непонятно. Так, урон. Глазки. Давайте возьмем плавник. Немного урона, еще картофель. А вот и наковальня. Сейчас картофелеметы будут супер быстрые. Удачи 750. Все, можно попрощаться. Наверное, не стоит покупать. Значит, она нахрена мы брали наковальню? Пусть она работает. Тем более, что там увеличивается не урон, а то ли скорость атаки, то ли еще что-то. Ну, короче, фигня какая. У меня скорость атаки и так неплохая. Где коробки? Где отдача от удачи?
5 коробок. Ну, шляпа, но... Давай просто хпшку тогда возьмем. Значит, за 11 хп я получаю 25 к удаче и минус 5 от урона. Ну, давайте возьмем. Я хочу удачу максимально, чтобы шанс на выпадение легендарных предметов был максимальный. Ну, короче, сделать со своей стороны все, что возможно. Так, кто здесь? Непонятно. Даже не заметил, по сути. Кто там? Самое главное, что коробки принесли. Так, где? Вот. Оп, оп. Блин, такая удача, я рассчитываю, что он мне все-таки предложит что-нибудь сейчас легендарное. Подтягиваются потихонечку картофелемята. Бандана. Ну, в принципе, взять ее можно, да. Еще 20 к удаче. Давайте возьмем. Ну, ты заколебал уже картофелеметами. Давай что-нибудь нормальное. Вот уже ситуация. Снайперский пистолет стоит 63. Сколько будет стоить легендарка? Страшно представить. Просто страшно представить. Коса. Ну блин, ты заколебал. Ну сколько предметов? Все коса. Ну в принципе сейчас, конечно, это не то, чтобы прям... Ну 67, это тоже до хера. Ой, ну давайте возьмем. Ну, пытаюсь максимизировать свои шансы на... Просто она же отнимает. Я считаю, без тихоходок буду играть. Но если будет сложно, придется от нее избавиться. Ай, бред какой-то. Обнуление, блин, конечно. Блять, сомневался. Дерьмо какое-то предлагает. Просто конченый. А может, этот разработчик специально подлянку такую делает все время. Сидит, смотрит. Говорит, подлянку сюда. Не, ну короче, какой-нибудь алгоритм написан. Условия. Или вероятности так стоят. Просто чаще выпадает говно. Ну, посмотри, какая удача уже. 980.
Ну, что-что, но обвинить меня просто невозможно. Блять, конечно, тихоходку купим. Редкостный мудак, блять, опять коса. Возьми этой косой и себе по яйцам проведи. Просто издевательство. Я стараюсь даже руку не брать, при том, что у меня качается потихоньку, по-моему, интерес. Мне кажется, что качается. Ну и я почти все время беру эти как листочки. И нет-нет, вампиризм там до сотки доходит. А это дополнительный приличный урон. И то я отказываюсь. Мне не нравится вся эта фигня. Я просто вынужден. Да-да, тебе нужна еще одна коса. Тысяча, то есть она просто уперлась, это лимит. Удача 1000, но. Наконец-то, наконец, пшел нахер отсюда. Ну что ж, ну что ж. Неплохо. Думаю, что неплохо. 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 Сколько бьет он? 12 косарей. А критом сколько будет? И это только 30-я волна. Ну, суки, готовьтесь. Дальность 300, скорость 0,27. Это только начало. Погнали. Кто здесь? И чё? Вот так вот. Кто здесь? Всех замочим. Нет, удача больше. Больше 1000. Так, давайте-ка 0,26 останет. 26, жалко. Одной чашкой кофе тут. Ну-ка, 0,26 останет. 0,26. Что за подстава? Урон 14 000 всего. А критом-то сколько? 35, 37. Ну что, давайте, наверное, здесь прервемся. А продолжим уже в следующей части. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи уже в следующей серии. Всем пока.